39-летний мужчина погиб в ДТП на Охотской трассе. Легковой автомобиль врезался в самосвал, стоявший на проезжей части. Это произошло во вторник около 10 часов вечера. Водитель транспортного средства Toyota Mark II на 4-м километре автодороги Охотская-Лиственничная не справился с управлением и совершил наезд на стоящее грузовое транспортное средство. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota Mark II скончался на месте. 45-летний пассажир получил телесные повреждения. Пострадавшего из покореженного автомобиля извлекали спасатели. Они передали мужчину сотрудникам скорой помощи.